Сегодня во дворце на набережной состоялась 47-я научно-практическая конференция «Цивилизационный путь развития России. Идентичность, культура, язык». Конференция прошла в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры. В этом году мероприятие посвящено множеству важных для нашей страны дат и годовщин, а также людям, которые внесли неоценимый вклад в развитие культуры и письменности в России. Все мы живем объединенные вот этой культурой, этой цивилизацией. И поэтому отрадно, что каждый год проходят конференции, встречи. Хотелось бы, чтобы более, ну, было бы откровенно к этому подключалась и система общего образования. В этом году, естественно, это посвящается конференции 80-летию Тюменской области, 10-летию присоединения Крыма к нашей матушке России и, конечно же, знаменательным датам в истории Тюменской области и личностям, которые внесли особый вклад в ее развитие. Но не забываем мы из-за корифеев нашей словесности, нашей истории 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. 190 лет со дня рождения нашего земляка, выдающегося ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Наша страна многонациональная, многоконфессиональная, но русский язык, он объединяет всех в одну семью. И благодаря нашим великим, которые азбуку написали, которые сегодня мы по сей день пользуемся, Кирилл и Мефодий, это подвиг, который они совершили в свое время, создав эту азбуку, которая сегодня объединяет все народы Российской Федерации. Это русский язык, это наша история, которую нельзя забывать, и необходимо эту историю передавать из поколения в поколение нашим детям, внукам, чтобы эта история, она сохранялась. В целом для России этот праздник имеет очень большое значение, потому что Кирилл и Мефодий, мы все знаем, что они подарили нам не только азбуку для славянского народа, они прежде всего подарили фундамент, основу для всего славянского мира, для культуры, для литературы, для искусства. И это имеет большое значение. Особенно в наши дни, сейчас, когда мы понимаем, что пытаются некоторые страны внести разлад, раздор между славянскими народами, и мы, Россия, должны эти народы объединить и напомнить о том, какое значение имеет для всего славянского народа культура, искусство и азбука. Значение и роль Кирилла и Мефодия, ну, она, безусловно, велика. Вот об этом все говорили, говорят, подчеркивают вот важность всего того и той миссии, которую они выполнили. Вот. Ну а если говорить о сегодняшнем дне, о том, что сегодня здесь проходит, это безусловно в рамках научно-практической конференции. Вот мы заслушаем доклады, и мы в том числе будем говорить о России, о ее цивилизационной роли, о ее миссии в определенном смысле и о том влиянии, которое оказывало и оказывает на нас в том числе славянская культура, христианская культура. В названии конференции есть слово «идентичность». Вот как раз сохранение духовных ценностей, патриотизма, идентичности – это одна из главнейших национальных целей, которая названа в указе. И думаю, что сегодняшняя конференция поможет именно вот эти мысли развить и более удачно работать с нашим молодым поколением. Спасибо.